В пятницу 18 ноября прошла открытая лекция министра финансов Республики Татарстан для студентов Института управления экономикой и финансов на тему «Бюджетный процесс, бюджетное устройство Республики Татарстан на современном этапе». Начало лекции началось с очень интересной новости, которая не могла не порадовать студентов. Институт управления экономикой и финансов теперь будет тесно сотрудничать с Министерством финансов. Во время лекции активно поднимались вопросы бюджета Республики Татарстан, а также тема, которая является наиболее важной в стране – это финансы. Финансовая грамотность. Впервые эту проблему в России стали обсуждать в 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге министров финансов G8, после чего меры по формированию финансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде документов президента и правительства Российской Федерации. Также совсем недавно в стенах КФУ прошла Всероссийская неделя сбережения, которая была направлена на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Республике Татарстан. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.